Ну что ж, дорогие друзья, вот мы подошли к главному бою нашей сегодняшней 90-й опасной зоны. И это будет командный матч «Трое на трое». Итак, матч, назначенный генеральным менеджером Михаилом Никитиным. Матч «Трое на трое». Да, давненько у нас не было матча 3 на 3. Итак, первая команда, первое трио. Это Ронни Кримсон, Сергей Белый. И вместе с ними Антон Дерябин. Антон – действующий чемпион независимой федерации рестлинга, а Ронни Кримсон и Сергей Белый уверенно штурмуют турнирную таблицу командного турнира НФР. Да, неожиданно сформировавшееся трио. Точнее, даже сформированное генеральным менеджером независимой федерации рестлинга. Чтобы они дрались против команды, которая сейчас выйдет. Очень необычная команда, очень странная команда. Их лидер вербует рестлеров независимой федерации рестлинга один за одним. Вот он, лидер этой группировки. Лопатка. С ним его подопечные. Это Фредди Мартелло и недавно завербовавшего вся Ника Чуи. Точнее, Константин Лопатка взял и просто завербовал вместе с Фредди Мартелло Ника Чуи. Посмотрите, какой Чуи стал странный, какой необычный. Кстати, Ник Чуи – чемпион независимой федерации рестлинга в легком весе. Команда «Лопатки» – странная и неожиданная. Итак, дорогие друзья, встречайте команду участников главного боя 90-го регулярного чемпионата «Опасная зона». Встречайте первую команду. Рост 185 сантиметров. Вес 90 килограмм. Константин Лопатка. Второй участник команды. Рост 170 сантиметров. Вес 80 килограмм. И третий участник команды. Рост 177 сантиметров. Вес 80 килограмм. Действующий чемпион независимой федерации рестлинга в легком весе. Встречайте их оппоненты. Первый. Рост 178 сантиметров. Вес 90 килограмм. Ярославский Саратов. Ронни Кримсон.
75 сантиметров, вес 90 килограмм. Сергей Белый! И третий участник. Рост 192 сантиметра, вес 120 килограмм. Действующий чемпион независимой федерации рестлинга в тяжелом весе. И сзади нападают группировка Лопатки. Антон Дерябин ревизирует клоузлайн. Перекидывает его через канаты. Двойной сэндвич из локтей от Ронни Кримсона Сергея Белого. Клоузлайн. Бигбут Лопатки. И двойной дропкик Фредди Мартелла и Нику Чуи. Вот так вот слаженно действуют Ронни, Сергей, Антон. Вот это да. Я думаю, что Лопатка с Фредди и Чуи никак не ожидали такого. Все пошло не по их плану. Но я думаю, что у этого человека, у этого злого гения есть еще в рукаве очень много планов. Так, первым от команды Лопатки начинает Фредди. Так, а с противоположной команды начинает Ронни Кримсон. Итак, теперь официальное начало матча. Локап. Борьбы начинают рестлеры. Реверс, вейслок, хедлок, хедлок тейкдаун. Бросок через бедро. Посмотрите, душит сейчас Фредди Мартелло Ронни Кримсона. Ронни Кримсон реверсирует в замок головы и проводит свой бросок через бедро. Удержания нет, нет. Лопатки. Фредди Мартелло находится на ринге, поэтому судья отсчитывал. Сейчас Лопатки у Ронни Кримсона находились на ринге. Прижаты, точнее, к рингу. И посмотрите, как оригинально Ронни Кримсон реверсирует замок головы. И вот такой стрейчер от Ронни Кримсона. Посмотрите, Лопатка всячески пытается помешать Ронни Кримсону. И переводит он в хедлок. Замок головы. Так, Фредди пытается разорвать эти оковы от Ронни Кримсона. Посмотрите, как активно болеют фанаты за Ронни Кримсона. Снэпмэр и удержание. Раз, два, нет. Всего лишь два. Да, Ронни Кримсон показывает совсем чуть-чуть, и тогда бы удержание прошло. Фредди негодует, негодует, как так, как такое вообще просто возможно? Итак, псих Ник Чуи против Сергея Белого. Но посмотрите, Лопатка сзади. Сзади, конечно же, нападает на Сергея Белого. Не ожидал этого Сергей. Тут же Ник Чуй, как чокнутый, набрасывается на свою жертву. Запускает в угол. Трамбует локтем. Чоп! Белый реверсирует и локти, и проводит свой чоп для Ника Чуи. Спускает в канаты, в угол и парящий клоузлайн. И страшный удар в затылок.
продолжает атаку Сергей Белый. Вот кик в грудь. Посмотрите, лопатка пытается всячески подначивать Сергея Белого. Пытается отвлекать его, пытается играть с ним в игры разума. Итак, передает так Сергей Белый Антону Дерябину, не к чуе лопатки. Да, фанаты на стороне Антона. Смотрите, лопатка благородно говорит, давай, ударь меня. Так, неожиданно зрители сменили свое мнение. И, посмотрите, ловит удар Антон Дерябин. Промахивается лопатка клоузлайном. И лишил сейчас зрения на время лопатка Антона Дерябина. Посмотрите, пытается запустить. Нет, Антон реверсирует в угол. Пытался затерповать, но лопатка увидел это и провел свой кик. Бигбут из ниоткуда проводит Антон Дерябин. Разбег. Синтон бомб. Удержание. Судья говорит, что лопатки не прижаты. Раз, два, нет. Пытается всячески. Все-таки и команда лопатки, а в остальном составе тоже мешать Антону Дерябину, Сергею Белому, Рони Кримсону. Запуск. Трамбует в углу, второй уже клоузлайн в углу. И ожидал третьего уже лопатка. И посмотрите, не получилось провести комбинацию. И бэкбоди дроп. Падает с двухметровой высоты лопатка. Запуск на карусель. Нет. Конечно, лопатка спрыгивает. И спрашивает Никачу, хочешь ли ты получить свой кусок. Свой лакомый кусок. Да, вот это да. Чуть сошел с ума. Антон Дерябин передает так Рони Кримсону. Армдрак. Еще один армдрак. Отличнейший, красивейший. И Рони Кримсон запускает. Чуй реверсирует. Встречает локтем Рони Кримсон. И TKO. О, простите. Подсечка. Клоузлайн. Командная работа от Рони Кримсона и Сергея Белого. Опять сэндвич локтей. И колени от Сергея Белого. Кик. Кримсон кик от Кримсона. И сплэш со второго каната от Антона Дерябина. Посмотрите, как слаженно и четко действует Антон Дерябин, Сергей Белый и Рони Кримсон. Small package хотел сделать Сергей Белый, но тут Ник Чуй реверсирует его в удержание. Да, Сергей, это была ошибка. Чуть не подловил его Ник Чуй, и за что и поплатился ударом, страшным ударом в голову. Белый передает так Кримсону. Опять командная работа, запуск в угол. Колени от Белого. Парящий локоть от Рони Кримсона. И клоузлайн в углу от Антона Дерябина. Снапмэр. И передний фэсбастер. И удержание. Раз, два, нет, нет, лопатка тут как тут. Помешал удержать психа Чуи. Так, так, Сергею Белому. Никак не успокаивается команда лопатки. Да, я думаю, очень сложно действовать против них. Потому что всячески они будут мешать весь матч. И как снес просто лицо Ника Чуй, Сергей Белый. И удержание, раз. Нет, лопатка тут как тут. Подначивает Дерябина с Кримсоном.
тем самым отвлекает судью и передает сам себе, так можно сказать. Так, затрамбовывает Сергея Белого в ринг своими локтями, лопатка. И бэкдроп. Нет, Белый реверсирует, разгоняется, но тут Чуи вместе с Мартелло зацепляет ногу Белого, и тот падает. И посмотрите, лопатка пользуется этим. Да, очень четко действует лопатка вместе с Чуи и Мартелло. Я так и говорил и про Кримсона, Белого Дерябина. Посмотрите, у лопатки был уже заранее приготовлен этот план. На любое действие у него есть противодействие, падающий локоть. Еще один по затылку, форарм. Так, Фредди Мартелло. Командная работа. X-Factor со второго каната. Так, опять лезет на второй канат. Посмотрите, коленом в спину атакует Сергея Белого. Да, сейчас Сергею надо собраться и передать так своим свежим напарникам. Да, душит. Судья пытается прекратить это удушение ногой. Это запрещено правилами. Да, сейчас воздействует на спину, на шею Сергею Белому. Такой Camel Clutch. Да, тоже пытается подстрекать Дерябина с Кримсоном, чтобы на них отвлекался судья. И, можно сказать, лицом об колено атакует Фредди Мартелло. Смотрите, распятие и страшнейший просто дропкик от Ника Чуи. Вы видели, как сейчас грудная клетка Белого просто приплюснулась, можно сказать, слиплась со спиной. Моя игрушка, говорит псих Чуи. Посмотрите, издевается всячески над Сергеем Белым. Падающий локоть. Еще один. Просто затрамбовывает Сергея Белого в ринг. Продолжает это делать и Ник Чуи. Так же, как и делал лопатка до него. Так, удушение ногами проводит Ник Чуи. Так, лопатки. Кримсон и Дерябин поддерживают Рони Кримсона. Они должны получить так от него, чтобы выйти. Так, лопатка на канатах и падающий локоть. Через весь ринг перелетел лопатка. Раз, два. Да, пытался сейчас Рони Кримсон помешать, но Сергей Белый вырвался из удержания сам. Опять всячески подстрекает. Сергей Белый собрался. Пытается он атаковать лопатку, но нет. Успел зацепить лопатку Белого и опять продолжает его забивать. Душит лопатка Белого. Кстати, еще коленом прижал голову к рингу. Показательно показывает судье, что он передает так демонстративно.
и командная работа. Кики в грудь. И подсечка с ударом в голову. Пытается сейчас Дерябин тоже помочь Белому. Так, Белый собрался. Локоть. В локоть в ответ. Смотрите, как сильно бьют друг друга они. Так, Сергей должен дотянуться. Но посмотрите, лопатка, да, вместе с Чуи. Сзади. Скинули Дерябина и Кримсона. И поэтому Белый не может никак передать так им. Но тут Фредди Мартелло продолжает атаковать. Да, Белого уже минут 8 просто лупцуют на ринге. Мартелло, лопатка и Чуи. Суплекс. Посмотрите, уже кровоподтеки у Сергея Белого. Еле-еле он держится. Опять на втором канате Фредди Мартелло и падающее колено. И удерживает Дерябин и срывает удержание, что не по правилам, конечно, и судья возвращает его в свой угол. Сергей собрался. Немецкий суплекс. Так, Ронни Кримсону. Свежему Ронни Кримсону. Но сейчас будет не сладко команде лопатки. Клоузлайн. Еще один. Удар с ноги и торнадо ДДТ. Тайбосо. Второй тайбосса. Всю команду сейчас разнес Ронни Кримсон. И вокруг мира. Нет. Запускает он Чуи в лопатку. И лопатка проводит бигбу. Да, не ожидал. Конечно, втроем атакуют Ронни Кримсона. Судья не пускает Дерябина, чтобы он остановил этот беспредел. Вот это да, кормстомп в брейкданс, в таком легдропе. Что делает Фредди Мартелло, посмотрите. Сейчас просто ломает пополам вот таким захватом с мостом Кримсона. Вот это да, посмотрите на лицо Кримсона. Я вижу просто в его лице всю боль. Всю боль, которую сейчас наносит ему Фредди Мартелло. Посмотрите, удалось все-таки скинуть с себя этого бразильского беспредельщика. Да, сложно, когда все втроем на тебя нападают. И посмотрите, с канатов провел Trouble in Paradise Фредди Мартелло. Удержание. Раз, два. Нет. Вырвался Ронни Кримсон. Тут же лопатка вступает в бой. Смотрите, как он управляет своими подопечными. Итак. Воздушный поцелуй Антону Дерябину и Сергею Белому. Продолжает избивать Ронни. Посмотрите, какой страшный удар локтем. Град локтей. Кримсон просит еще, давай. В ответ. Лопатка не ожидал, разбег. Лицом об колено и дропкик. Коронная комбинация от лопатки. Удержание. Да, судья пытается угомонить Ника Чуи. Быстрее считай, говорит Фредди Мартелло. Да, и всячески еще воздействует на судью. Опять подначивает лопаткой
Дерябина и Белого. Специально, да, чтобы судья отвлекался на них. Пока Ник Чуй и Фредди Мартелл атакуют Ронни Кримсона. Страшный удар в грудь от Фредди Мартелла. Почему я говорю страшно? Потому что действительно какие-то просто как чокнутые атакуют лопатка Чуи и Фредди Мартелла. Так, Чуи промахивается, тут же лопатка вместе с ним. И отличный реверс в немецкий суплекс. И вот такой оригинальный суплекс от Ронни Кримсона. И пытается доползти, передать так, не получается. Фредди Мартелла останавливает Кримсона. Кримсон отталкивает Мартелла и так Дерябину. Белли-то-белли суплекс. Свежий Дерябин выходит. Бигбут лопатки. Еще один. Затрамбовывает их в углу. Запускает Чуи в лопатку. Клоузлайн в углу. Затрамбовывает еще локтями. Так, Дерябин уже на канатах. И двойной клоузлайн. Нику Чуи и лопатки. Да, сейчас пытался как-то лопаткой атаковать, но удар с ноги, колено. И клоузлайн. Комбинация Дерябина. Тут же он увидел, что Фредди Мартелл на канатах. Атакует его, и Ник Чуй получает Package Pile Driver. Фуловый Сэм до этого получил Фредди Мартелло, и посмотрите, сейчас лопатка проводит свой коронный армпритер Дерябину. Тут же Кримсон вокруг мира для лопатки. Trouble in Paradise от Фредди Мартелло. Коленями атакует Сергей Белый Мартелло. Ник Чуи, бэкстеббер Белому. Вот это да, все проходит как-то хаотично. И карусель удачи для Ника Чуи. Тут же лопатка, посмотрите, на ногах. Атакует Дерябина. Армпритер. Нет. Реверс. Карусель удачи. Да, проходит. Да, требует поддержки. Но тут звучит музыка Славы Нескубина. Сейчас, видимо, Слава поможет команде лопатки. Он ждет Славу. И Ронни Кримсон сейчас на ринге проводит вокруг мира. Тут же, посмотрите, Фредди Мартелло сталкивает Сергея Белого. И удержание проводит лопатка. И, конечно же, она проходит, потому что он удержал, посмотрите, нечестно еще использовал канаты. И поэтому Сергей Белый, Антон Дерябин и Ронни Кримсон проигрывают. Победители Ник Чуи, лопатка и Фредди Мартелло. Да. Вот этот обманный выход Славы просто помешал выиграть команде Кримсона, Белого и Дерябина. Дерябина поймал вот так вот, подначил Слава, может быть, это построила лопатка. Может быть, это и Слава сделал. Я думаю, что мы с вами позже узнаем это. Но факт того, что команда проиграла. Проиграла по ошибке. Кримсон недоволен.
Белый понимает. Антона. Обидное, обидное поражение. Очень уверенно. Очень хорошо держались. Всем натиском лопатки, всем атакам его команды. Но в итоге на ошибке Дерябина поймал лопатка, и вся его команда и удержали Кримсона. Да, судья не увидел, что все-таки лопатка использовала еще канаты при удержании. Да, признают поражение. Обидное поражение. Да, Ронни никак не может отойти от этого. Действительно. Все по глупости. Да.